Комплекс зданий Конгресса США был блокирован на несколько часов из-за угрозы вооруженного нападения. Тревогу объявили после сообщения о том, что в самом центре американской столицы, в непосредственной близости от Капитолия, разгуливает неизвестный с ружьем. Полицейские немедленно предупредили сотрудников Конгресса закрыть все двери, не подходить к окнам. При этом туристы, находившиеся на Капитолийском холме, даже не догадывались о полицейской операции. В итоге подозреваемого обнаружили. Он попытался скрыться на автомобиле, в котором находились еще двое мужчин. Машину остановили, там был найден пистолет, пулемет и множество патронов. Во время погони, по данным американских телеканалов, были слышны выстрелы, якобы огонь вели по полицейским, но позже правоохранительные органы эту информацию опровергли.